Друзья, всем привет! Всем добрый прекрасный день! Сегодня 31 декабря 2023 года. Сегодня последний день уходящего года. И у нас погода просто весна. Весна, весна, тепло, солнце светит. Вообще даже где-то припекает. Нет ветра совершенно. Вот даже ничего не колышется. Солнышко, здравствуй. Все прекрасно, чудесно. Температура где-то была 11 градусов. Так, Есения, так, я вышла с не всеми, некоторыми нашими детками. Быстренько мы побегаем, погуляем. Буквально несколько слов скажу, и будут они себе гулять, а я буду заниматься делами. Конечно, предновогодняя суета, вот поэтому так вот повыскакивали. Есть у меня тут помощники, кто будет присматривать. Но пока погода очень хорошая, поэтому мы вот здесь вот все погуляем. Затем еще остальных выведу. Вот так, с нами наши малыши Йорки. Да, вот самые маленькие малыши. Красотулечки и шпицульки. Вывожу уже их. Живут они по раздельности, но вывожу их уже вот так вот поближе, чтобы они умели общаться со всеми. Постарше, помладше. Девочки, мальчики, кобельки. В общем, все-все-все они должны уметь со всеми ладить, скажем так. Вот, конечно, немножечко они еще побаиваются, да, потому что некоторые у нас тут любят приструнить. Вот, да, красотульчик. Каирчик. Вот так вот, да. Интересно, ему так кобели пописали, ему что же надо, он же что же маленький кобелечек. Так, все гуляют. Здесь тоже мальчишечки наши и девчоночкам. Так, мальчик, красотульчик убежал. Вон, побежал, зайка. Это у нас Бантик. Малышка Глория. Вот побежала за ним тоже, красотульки. И малыш, где ты только что был? Вот он, ага, тут у меня под ногами. И малыш Нильс, и малыш Каирчик. Привет, солнышко, привет. Так, мальчик Жафрейка, прекрасный, чудесный малыш, померанский шпиц, он вообще контактный, он любит всех, он ни с кем не ругается, он вообще коммуникабельный ребенок. Так, Флорочка, девочка Флорочка, вот она. Красотулька Флорочка. И наши красотульки, мальчишки, померанские шпицы. Это, перепутала всех. Нолан и... Так, Нолан здесь. Нолан, зайчик, здесь ты, да? Красотульчик. И вон там. Это Лаки. Лаки красотульчик. И с девочкой Жаночкой. Жаночка тоже предлагается для продажи в самую лучшую, самую ответственную семью. Так, ну что, гуляем. Отлично, отличная погода, прекрасно. Конечно, настроение хорошее, предновогоднее, но Нового года не чувствуется, потому что у нас растет свежая зеленая трава и очень-очень тепло. Вот прям вообще без куртки, ну не на улице прям совсем по городу ходить, а во дворе я могу вот просто в кофточке, даже вот с голыми руками. Поэтому... Ну, кофточку накинула, жилеточку, потому что нельзя шутить с погодой. Можно и простудиться. И вот, поэтому... Вот, гуляем, дорогие друзья. Быстренькое видео, потому что, да, очень много дел, естественно. Дела, какие-то подарочки. Все нужно еще приготовить. Естественно, и малышам приготовила вкусняшечки, насушила им и легкое. Так, ребятушки. И купила взрослым трахейки, потому что больше не нашла. Ну и то, что я сушила, мне не очень как бы понравилось. Они, ну, немножечко жирноватые все-таки получается. Вот, ну и больше не нашла сырья. Поэтому как бы вот так. Все, дела есть, много дел. Все нужно успеть. Все хочется охватить, урвать. Так, наш красотульчик вот. Черный Йорк, это Крестьянчик. Крестьянчик, а где твоя резиночка? Где-то там, скажи, была. Где-то она там была. Красотун. Очень красивый. Так, вот мы избежали с черной Йорки. Ой, ну, была же резиночка мой золотой с утра. Ну, с утра была. Вот такой лохматун. Ой, мочалка ты моя. Так, мальчишка...
крестьянчик в продаже, черный йорк, мальчик чуть покрупнее, и мальчишечка амурчик. Он мелкий, стандартный, мелкий стандарт. Вот такие два красавчика, которые ждут свою ответственную семью. Так, детки, кто там порыкивает? Так, ну, Адельку трогать не надо, Адель совсем не любит, когда ее цепляют, особенно за мордаху. Так, малышам все интересно, все немножко, конечно, все-таки влажновато. Ну, ничего, обсохнем, все оботрется, высохнет и обсыпется, скажем так. Так, красотунчик. Жофрейка в поиске своей Анжелики. Да, пока Анжелика, скажем так, нарисовывалась, но не нарисовалась. Ну, ничего, для каждого малыша есть своя семья. Это точно. Поэтому, если что-то не получается, значит, так должно быть. Также скажу за нашу кошечку Трикси, которую мы пристраиваем в очень хорошую семью. Несколько человек. Не хочется никого обижать, но, скажем так, ну, в общем, морочили голову, да, берем, нам надо, нам нужно, и потом просто уходили в тень и даже еще, скажем так, блокировали меня, чтобы я ничего не писала. Ну, совершенно вообще не по-взрослому, совершенно какая-то ерунда, я считаю. Сначала вы взвесьте свое за, против, все свои моменты, хотите, не хотите, а потом, я считаю, тревожьте человека. Ну, по крайней мере, так поступаю я. Ну, наверное, не все такие. Ну ладно, оставим это все. У нас хорошее настроение, хорошие планы на будущее. Все будет у нас отлично, все хорошо. Чего и мы вам желаем с нашими собачками, с нашими милыми, прекрасными, пушистыми, замечательными детками. Постарше, помладше, детки есть разные абсолютно. Кого действительно вот интересуют детки, пожалуйста, щеночки, смотрите плейлисты, смотрите наши видео. Я часто выкладываю, часто рассказываю индивидуально, либо общее. Возможно, кто-то вам приглянулся. Еще большая просьба. Я это говорю в каждом видео, вот просто в каждом видео. Если вас заинтересовал какой-то щенок, все щеночки у нас с кличкой, все, у всех, каждого щеночка есть имя. Я их называю, я обсуждаю. В плейлистах есть лично о каждом щенке. Ну, пожалуйста, если вас интересует какой-либо щенок, пишите мне сразу Viber, WhatsApp, Telegram, телефон под видео. Зачем писать в общих сообщениях и потом мне еще там ау, вы что в лесу или что-то еще. Ну, ребят, я не могу контролировать, хотя да, должна, скажем так, ну никому ничего не должна. Не должна контролировать ваши комментарии. Если вас действительно интересует щенок, ну уж будьте добры, откройте Viber, WhatsApp, Telegram, откройте телефонную книгу, наберите телефон и спросите. Ну, прям, знаете, аж неприятно, если честно скажу. Не думайте, что я вот сижу и только мониторю ваши комментарии, что вы там написали. То есть, если вас интересует щенок, значит, вы будьте добры, откройте и спросите. Если просто поговорить, ну, тоже нужно, да. Наверное, значит, вам так нужно. Поэтому, когда пишут такие какие-то комментарии, вот честно, даже и не обидно, и даже не хочется отвечать на них. Поэтому будьте добры, если заинтересовал, пожалуйста. Я открытый человек, я всегда рада доброму, хорошему общению. И вопросов нет. Поговорим, расскажу, покажу, еще сниму видео. Не знаю, все наши владельцы подтвердят, что действительно я всегда это показываю и лично вам снимаю вашего щенка, скажем так. Вот. Ну, если вам это не нужно, то ну, смысл тогда писать. Если вам ваше время недорого, то мне мое время очень дорого. Помимо моих семьи, моих собачек, у меня есть еще семья, у меня есть трое детей, трое прекрасных дочерей. Теперь у нас есть еще прекрасная внучечка. У меня есть муж. У меня есть друзья, родители и так далее. У меня есть своя личная жизнь, поэтому если вас действительно заинтересовал щенок, и вы готовы спросить, расспросить, то, пожалуйста, пишите в личное сообщение. Если так, просто поговорить, то да, тоже нужно.
Вот, поэтому все, дорогие друзья, я буду заканчивать это видео, буду прощаться с вами в этом году, скажем так, и будем встречаться с вами в следующем году, в следующем, самом лучшем, самом прекрасном, самом здоровом и замечательном новом 2024 году. Всех рада всегда видеть. Спасибо за добрые слова, за комментарии, за недобрые тоже. Все должно быть и такие. У каждого свое мнение, свое какое-то видение. Поэтому всегда принимаю все. Но если вас уж заинтересовал какой-то малыш из наших, а они у нас все прекрасные, пишите, всегда рада все рассказать. Еще напоминаю, что доставочка у нас есть в любую точку мира. Также пишут, жаль, вы далеко. Жаль, не жаль, мы недалеко, мы можем быть близко, мы можем быть рядом, мы можем привести вам щенка в любую точку мира. В основном, конечно, все нужно обсуждать. Естественно, мы люди, все бывает. Сейчас не всегда все зависит от нас. Бывает, что самолет летит, не летит, люди заняты или что-то еще. Но в основном, и еще не было ни разу такого случая, чтобы мы не смогли привести собачку в любую точку мира. Вот, поэтому, если вас действительно заинтересовал, пожалуйста, сразу мне в личные сообщения, откуда, куда нужно привезти. Тогда мы будем искать, разговаривать, общаться, по стоимости будем узнавать все. Если вас это все устроит, если наши и ваши звезды сойдутся, все, щеночек легко, любая собачка может быть у вас. Поэтому стоит только захотеть. Да, как мне написали, стоит не только захотеть, а еще суметь. В общем, чтобы была возможность, естественно, это естественно, но об этом же я не говорю, потому что если вы захотели собачку, то, ну, скажем так, собачка не первая необходимость, поэтому вы должны понимать, что собачка стоит денег. Вот. Если вы готовы, если моя цена за моего питомца вас устроила, все, пожалуйста, мы тогда будем обсуждать доставочку. Но доставочка есть в любую точку мира. Стоит вам только захотеть. Все равно эти слова я люблю. Потому что я живу под ними. Мне стоит захотеть. Я сделаю все, если мне это нужно. Я еду поздно за собачкой. Я найду сумму, если мне это нужно. Вот, поэтому я человек целеустремленный. Мне нужно сделать то, что я задумала. Поэтому я живу так. Так, ну что, друзья, на этой хорошей ноте, на этом прекрасном дне, вот эти солнышко, это какое небо. Ага, уже начинают стрелять, да, собачки мои возмущаются. Некоторые, кстати, боятся, но это несколько собачек, которые боятся. У меня в основном все остальные, вот, да, обязательно надо погавкать, обязательно надо там что-то пошуметь. Вот, так что будьте осторожны по этому поводу. Я уже видео снимала, да, вот моя красотулечка Чика, да, она боится, да, боится. Моя сладкая, иди ко мне, к маме. Поэтому уже старайтесь вывести своих собачек на поводке. Услышьте меня, пожалуйста, на поводке. Потому что рядом может что-то стрельнуть, собачка испугается и будет беда. Бежит без оглядки, боятся. Да, вот это вот прижали. Поэтому уже старайтесь вывести, чтобы уже туда позже начинается больше и больше стрелять, и все шумнее и сильнее. Вот. Ну, берегите своих питомцев, и все у вас будет хорошо. И Новый год пройдет хорошо, и собачки будут живы, здоровы, и будет все прекрасно. Все, на этой ноте я буду заканчивать. Я поздравляю всех вас с наступающим Новым годом. Желаю всем вот крепкого-крепкого здоровья, удачи, улыбок. Улыбайтесь, делайте добро, будьте добрее. Ну, пусть сбываются все ваши заветные желания. Следующий год, прекрасный год. Помните об этом, что мы делаем свою жизнь сами. Поэтому, ну, будьте счастливы. И пусть у вас все сбудется. Всем всего доброго. Мы поздравляем со всеми собачками вас. И, ох, так, не ругаемся, зайки.
И желаем всего самого-самого всегда наилучшего. Ну все, до новых встреч в следующем прекрасном новом году. Пока-пока. Я с уважением, Наталья, заводчик питомника Elite Pets, город Евпатория, Крым. Пока-пока, дорогие друзья.